Мы будем начинать, братья и сестры. Как написано, невеста приготовила себя, и приготовлено ли на все, что нужно для брака, все украшения, которые они хотели. Это хорошо, благословенно. Мы читаем в Писании, написано, что как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Сегодня у нас бракосочетание, сегодня богослужение прежде всего у нас. Хорошо, когда в церкви происходит сочетание, бракосочетание. Когда это происходит в воскресный день, мы благодарны жениху и невесту, и родственникам за то, что это тоже праздник, который может разделить церковь. Мы можем порадоваться. Мы вместе можем помолиться, пожелать им благословения, обратиться, призвать благословение Божие на их семью. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за милость и за любовь, за то, что Ты заботишься о нас, за то, что Ты даешь нам слышать голос радости, голос жениха, голос невесты. Ты благословляешь молодых людей сегодня. И члены нашей церкви собираются стать мужем и женой. Благослови, Господь, весь процесс бракосочетания. Мы хотим, чтобы прославилось имя Твое. Мы хотим, чтобы Ты сам соединил их. Чтобы также это назидание, слово, которое будет звучать, для каждого оно было полезным. И для тех, кто женатый уже, и кто не женатый, чтобы мы могли, вникая в эту тайну, которую Ты устроил, могли благодарить Тебя, могли радоваться, могли прикасаться к Твоим святым истинам и поступать по воле Твоей. Благослови нас, каждого, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы будем петь общим пением, а вместе воспоем мы Богу славу и хвалу. Достоин поклонения.
сядем и будем петь «Хвала Тебе, о Боже мой». Обратили внимание, обе песни, они о Боге, который великий, прославляющий Бога, возвеличивающий Его святое имя. Семья пришла к нам из рая. Она пришла из того места, где еще не было греха. Самый первую невесту вел сам Бог. Поэтому особая радость, особое, я думаю, торжество, особая у нас на душе тоска по тому месту, где Бог и человек, и нет греха. В этом, для этого пришел Господь на эту землю, для этого Он пострадал, чтобы это исправить, чтобы восстановить. Хотел тоже отметить, что бракосочетание будет на английском языке. Прежде всего, важно, чтобы жених и невеста, они поняли, подо что они подписываются, поэтому на английском языке.
Brothers and sisters, friends and guests, welcome to the celebration and creation of a new family. Before us are Arthur Karnyushin and Abigail Habernal. They are joined not only by their friends in the wedding party, but of course their family, closest friends, and everyone who's here. Arthur's parents, Sergey and Valentina, and Abby's parents, Daniel and Linda. Welcome, because it's an important day for all of us. It truly is a blessing. We'll look at you too, Arthur, you and Abby today, and we know it's a special day. Not just because of the pretty flowers, the pretty dress, nice costume, nice suit, but also we know that God is doing something amazing in the background. In the spiritual realm, in the spiritual world, God is creating something new. And we are today witnesses to that truth. Yes, we are very excited for you, for all the joy, celebration, and beyond is some of us, the food that comes with today. But most importantly, we rejoice with the church because God is at work, and today he's creating your new family. Let us pray. God the Father, we come before you right now and we give you honor and we give you praise because this day you have created for your glory and our joy. And we rejoice today with Arthur and Abby, and we as the church came to be witnesses and testify to the truth that you are the one who created the Institute of Marriage. You are the one that wants to bless, and you are a God that still today continues to do so. We pray that you bless this time. We pray that all of the words that will be spoken today will be said and spoken to Arthur and Abby so that they can use it in their life once they start this journey. We pray for all of this in Jesus' name. Amen. Please be seated, but not you guys. You will remain standing a bit longer. Hope you heeded the advice from our premarital classes and actually got some sleep. You know, it's interesting. I think the time is on your side today because, you know, we changed the time, daylight saving time. Even God planned it in such a way that I guess he wanted you to get married sooner, an hour before. So it's also on your side. You will be on your feet most of the day, but be brave, it's only one day. Abby, look at Arthur. Arthur, look at Abby. Smile. Don't worry about minor details of the day. Remember, this day goes by so fast, and this day God has given you as a testimony of his love, as a testimony that he truly cares. Don't focus on the minor details of the day, but focus on each other and the joy that God is giving you today. Before the choir sings, I'll read an often read passage from the first book of the Bible, Genesis chapter 2, verses 21 until the end of the chapter. Genesis chapter 2, verses 21 till the end of the chapter. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed." Choir. Sigh, you are.
Arthur, Abby, do you like math? Who likes math? Anyone? I have some people who like math. I don't like math personally. But we live in a world of laws and mathematical equations. Laws of physics that work like clockwork. Gravity that is always there. High formulas that are put in place by God himself to make sure the Earth and other planets rotate. The sun shines, and the oceans only come so far. The first two chapters of the book of Genesis bring us a creation story. The narrative of how God created the universe, how he created our world and everything in it. And here we see the creation of human beings, a man and a woman, Adam and Eve. And this passage also shows us a formula, God's formula for marriage. We don't have to know or be a calculus professor to know that 1 plus 1 equals 2 or 2 plus 2 equals 4. But in God's equation for marriage, 1 plus 1 equals 1. And today I want to look very briefly at what makes this equation true. And first, we'll start with the equation for the parents. Equation for the parents is a simple two words, let go. Let go. Dear parents, you know exactly what these words or two words mean because that's something that your parents had to do when you were getting married. Of course, they don't mean that Arthur and Abby stop being your kids, or they're going to stop loving you, or they're going to stop caring, and vice versa. No, but these words means that from now on, it's Arthur's and Abby's decision to carry the responsibility for the decisions that they make. These words don't mean that you stop lifting them up in prayer. If anything, you pray even more, just like the righteous Job did for his adult children, in order for them
to be glued, as we read in this passage, and that word joined literally in the original means glued. In order for them to be glued together, joined with one another, to become one flesh, they need to be unglued from you first, in the good sense of that word. Arthur and Abby, it doesn't mean that you stop respecting your parents. No. It means that you continue to love them and give them honor, but from this day forward, decisions for your family are made by you both. Today, you gain, both of you. You gain another set of parents. You gain another mom and dad. Same with you. You gain another daughter and another son. So today you're only winning, if you'd like to look at it that way. Your family is growing. I'd like for us to take out our phones right now, guys. Not to take selfies, not to take pictures of the newlyweds, but please pull up your calendars. Just pull up your calendars. It's okay. You can pull up your phone, pull out your phones in church, and go into the calendar app. Just write down March 10th and make it an annual reminder that it's Arthur's and Abby's anniversary. You guys are going to get lots of text messages. But most importantly, why we do this? So we pray. As the church, one of the biggest blessings that we have is praying for one another. Our pastor talked about it this morning. It's such a blessing. And I think it's important for us, especially as the church, to lift Arthur and Abby in their new journey together from this day forward. So the equation for parents, let go, keep praying for them, continue respecting and loving your parents. Equation for the wife. There is a formula that God also has for you, Abby. It's the heart of gentleness. In Genesis 2:18, in this same chapter earlier, we read, "It is not good for the men to be alone." And from the first glance, it seems like God did not finish something. If we just briefly read the passage, it seems like, well, maybe God made a mistake. Oops, let's create another human. No, that's not what's happening at all. Rather, this passage must be read as a declaration, as a statement in which God is saying that it's not good for men to be alone. In other words, God did not forget to make Eve. He was planning to make her all along because it's not in God's plan for men to be alone. And God is bringing you to Arthur like he brought Eve to Adam. That first marriage ceremony where God the Father is bringing his daughter to Adam. And he's doing this, he's bringing Eve to Adam to be his helper. Likewise for you, Abby, he's giving you to Arthur to be his helper. That is the heart of gentleness. That is the heart of a helper. Let me ask you this, Abby. Do you know what Arthur's name means? No, that's okay. I'm here to help. Some say it means bear, and Arthur thinks yes. Other sources say it means strong one. It's only getting better for you, brother. While there's a debate to exactly what it means, majority agree that the name became popular after King Arthur, legendary king of Britain. Arthur that took Excalibur, the sword, out of a rock. Arthur and the 12 knights of the round table. We all remember the story. And many parents started naming their kids with hope that their sons will be like King Arthur. It has a ring to it, huh? King Arthur. God wants your husband, Abby, to be strong and courageous. Not like King Arthur, but like Christ. He wants Arthur to be strong and courageous in the work that God has for him. And he's giving you to him to be his helper in that work. Encouraging
him when he's weak, rejoicing in the good and the bad, and helping him to serve Christ. That is the heart of a true helper, but there's also another side to it. It's the heart of gentleness. We read in 1 Peter chapter 3, verses 3 and 4, Peter writes, "Your adornment must not be merely external, braiding the hair and wearing gold jewelry or putting on dresses, but let it be a hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God." Abby, here Peter draws your attention and the attention of every wife to what's truly precious in the sight of God. This world treasures things that pass away with time, but God treasures imperishable things, things that go into eternity, things that follow us into the other side, things of the heart, gentle and quiet spirit. And a gentle and quiet spirit that is knowing when to speak and when to be quiet. And Peter uses an almost forbidden word in that same chapter, a word submit. Submit, submission. It's almost a word that people don't want to hear today. Well, why should I submit? Who is he that I should submit? We talked in length about what this word means during our classes. All I want to remind you here is this. Remember that in the Old and the New Testament, God is often portrayed and presented as the helper. It's the Holy Spirit of whom Jesus talked about in the Gospel of John, that it's better for me to go because if I don't go, you will not receive a helper from above. He was talking about the Holy Spirit. God as the helper. Lord Jesus is the best example of submission to his Father. He's the best submission, or the best example of submission, period. In other words, Abby, you will only be able to submit to the authority of your husband only after you fully surrender your will to God. There will be times when you wouldn't want to do that. There will be times when you wouldn't want to show respect. But God is calling you to that. A gentle heart is also a wise heart. If I can ask the brothers to put up a picture on the screen. Do you guys see who this is? Arthur, who do you think? Martin, you should know. No? Well, it's kind of your name. He's Martin Luther, the great reformer. But I don't want to talk so much about Martin Luther, but more about his wife. But before we talk about his wife, Martin Luther used to say, when he would officiate weddings and officiate others, he would say, "Marriage is a school for character." And that is so true. But I want to point to his wife, which is the next picture. They didn't have cameras there, so it was just a painting. Her name was Catherine, or how he would call her, Katie. The historians say that Martin Luther was a man of joy. He would often speak to people. He would rejoice, and it would be very rare to see him in a bad mood. But with everything that was going on in his life, battles from within, battles from the outside, it's gotten to him. It got so bad that he just truly became depressed. And it was taking not a day, not two, it was weeks. And Catherine tried saying things, but nothing worked. So finally, she decided to do the following. She dressed all in black, which is a symbol of death, which is a symbol of mourning. And she would, you know, when Martin Luther greeted her as he was coming home, she greeted him all dressed in black. He said, "Well, why are you wearing such a dress, Katie?" "Who died?" he asked. And she said, "God did." And he would say, "Well, what a foolish thing to say." To which she replied, "Well, God must have died if my husband keeps
to his depression, keeps being sad. It actually helped him snap out of the situation he was in, and the historians say that they did not see him in this mood after that. God gives wisdom to the wives. God gives wisdom that sometimes even without words, you're able to help Arthur be encouraged. And that is what God is calling you and every wife to be a helper and a helper with a gentle heart. Now we got to you, Arthur. There's also an equation, a formula from God for you, an equation for the husband. The one thing you'll have to remember is just one word, love. It's a word that is used and misused every day. But love is more than just feeling, and we talked about this during our classes. It's a decision and a duty to love your wife. Some husbands say, well, I don't really love my wife as much as I did when we first got married. So that zing is gone. That feeling is no longer there. I don't really feel the love for her anymore. But we know time and time again from Scripture that love is so much more than feeling. Tim Challies, Canadian author, wrote this, when you don't like your wife, love your wife. And there's so much truth in that phrase alone. When you don't like your wife, love your wife. That is what we are called to be and called to do to one another. Show grace. If love is all about how I feel, it's not loving another person, it's loving yourself. I only love when I feel like it. That's not love. That's self-love. But love, from Scripture, we see is self-love. Less. It's selfless. Arthur, you are called to love Abigail. How, you would ask? Like Christ loved the church, for better or for worse. In Ephesians, we read chapter 5, verse 25, Paul writes, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. That is the kind of love Jesus is calling you today, brother. That is the kind of responsibility you will carry. God is calling you to love her in such a way that you're willing to put your life for her at moment's notice. Like Christ loved the church and gave his life for us. God is calling you both to grow spiritually. And I know, and we talked also about this, that the responsibility for spiritual growth is on the husband, primarily. And we know we can't grow without the Bible, and we're gifting you this Bible from the church. Pass it on to Arthur. The check is in there. He knows. But it's the most... Yes, you can check. That's okay. Without the Bible, we can't grow. Without feeding ourselves daily in the Word, we cannot grow. Arthur, what does Abigail's name mean? I asked her about you. Do you know her name or the meaning of her name? It's okay. It's okay. It means my father's joy. Actually, I didn't know that. I thought at first it meant wisdom because we read about Abigail in the Old Testament in the first book of Samuel that she was a wise and beautiful woman. And oftentimes when we talk about Abigail, we talk about wisdom, but it's a Hebrew name. It's originated with in Hebrew, and the meaning is my father's joy. Imagine that. Now it's your joy. Abby's is your joy. Joy. Today, God is giving Abby to you as a gift, a good gift. And remember, we talked about from Genesis, even from this chapter, that Adam accepted Eve because God knew that God doesn't give bad gifts. Adam knew that. And today, God is giving you a good gift. I think that is why Adam, when he saw Eve, he said the first poem, and they
Theologians say that is the first poem in Scripture when he is saying, bone of my bone and flesh of my flesh. He's just looking at Eve and he's like, wow. Have you looked at Abby that way? Did you say, wow, Abby? Yes, good. And it's not just today when you guys are dressed up and it's a beautiful and joyous day, but it's every day. You're called to look at her just like that. He's a good and loving God, and he does not give bad gifts. If the most important thing that you need from Abby is her respect, Arthur, the most important thing that Abby needs from you is your love. Not love from the side, not an affection of another, but your love. Your affection and your care. I would like to maybe finish the equation and talking about 1 + 1 = 1 in God's eyes with the following. If you would put the picture on the screen. Do you guys like mountain climbing? Nice. Well, okay, well, I mean, that might be pretty high first to tackle. We know it's from the Himalayas, Mount Everest, the highest peak in the world. And many people already up to this day conquered that peak. And sometimes they write, well, I did the most amazing things already. I accomplished so many things I conquered. Julius Caesar famously said, and often he's quoted, that I came, I saw, I conquered. And that is the thing about us men. We think that we're only called to conquer, put my stamp of approval, I'm done, I acquired something. That's it. But in marriage, God is not calling you just to conquer Abby's heart, which seems like you already did. But he's calling you to continue to pursue your wife. In 1 Samuel chapter 25, we read the story of David and Abigail. The story of David and Abigail, the story that of a relationship that I think could have went so much further. Interesting, the tragic story about Abigail and David, the only other thing that we read about Abigail is that she bore him a son, nothing else. That's all we read about their relationship together. But when the relationship started, when David first saw her, when he saw that she's a wise woman, she's beautiful, she's a wise woman, and he wasn't sad when her husband died because he took her in and she became David's wife. And David conquered Abigail's heart. But we don't see that relationship grew into anything else. Our desire for you, Arthur, our desire for you, Abby, for both of you, that your relationship that is centered on Jesus Christ, that is focused on the gospel, will continue to grow. Not just so you conquer the next step in life, but that you continue pursuing and pursuing your wife. That is what God is calling you. That is God's equation for marriage. 1 + 1 = 1. And we will be praying today that God absolutely makes this a reality in your life. Before the newlyweds will share their vows with one another, they will be promising vows and giving vows to one another. We'll hear another song by the choir, and then we'll hear you guys.
we'll start with Abby. Arthur is being a true gentleman, chivalrous, and he's giving you the first word. Arthur, you are the most precious gift that has been given to me by God. You inspire me every day with how dedicated, generous, and faithful you are. I love how you always strive to serve God in all that you do, and how much love and care you have for your family. With deepest joy, I come into my new life with you to start our own family. I happily pledge my life and confidently submit myself to your headship as to the Lord, to support you and protect you as no one else can, as your wife. I am so thankful to God that he has prepared me for you. I will always strengthen, help, comfort, and encourage you as long as we may live. Therefore, throughout my life, no matter what may be ahead of us, whether it be me through sickness or health, in prosperity or hardship, I pledge to you my life as an obedient and faithful wife. I promise to hold fast to this day when times are tough, knowing I found the man that not only God prepared for me, but the man of my dreams. I am forever grateful to be called your wife from this day forward, and there is no one else I would rather spend the rest of my life with than you. I love you. And the church says, amen. My dearest Abigail, truly you are also a gift from God to me. More than I can ever ask for, more than I can ever pray for. With God's help, I promise to give you all my love, to cherish you in all ups and downs of life. I promise to give myself to you and to care for you through illness and health. I promise to always be by your side in the plans God sets in our journey and to be a strong spiritual leader in our family. With the foundation on Jesus Christ. I love you. And the church says, amen. You may exchange the rings. Did the rings escape? Right here. Once they exchange the rings, brothers and sisters, we'll be praying. First, we'll have the parents pray. Ask for God's blessing on the newlyweds. We'll hear Abby and Arthur pray, and then we'll be joining together in prayer for them. It's one of the greatest blessings in Scripture when we see this. This is a testimony that there will be that great feast of Jesus Christ and his church. Let us stand for prayer. Heavenly Father, thank you so much for this day, for this special blessing, for the addition to my family of Arthur and Arthur's family, for the new family created by Arthur and Abigail. I thank you and I pray for your blessing to be upon their union. I pray for your presence to be in their lives every day, that your peace would be with them, that your love would surround them and indwell them, that they would remember you every day and smile and love just as you have loved them in your love and in your acceptance. In Jesus' name I pray. Amen. Our blessed God, we praise you and take delight in Abigail and Arthur. We ask that you would give them harmony and love, peace and joy in their lives, and grant them a long path of companionship. Amen. Amen. Господь, дорогой, слава Тебе, хвала и благодарность за то, что Ты любящий наш Господь, за то, что Ты вел нас своим путем до этого места, Господи. Слава Тебе, что
некогда ты подарила мне семью, ты подарила прекрасных детей нам, Господи. И сейчас вот ты знаешь, что мы отдаем еще одного сына для того, чтобы принять еще одну дочку. Слава тебе, Господи, благослови их путь, благослови и храни их во всякое время, дай, чтобы они всегда были поддержка друг другу, чтобы они всегда имели тебя среди них, чтобы ты был ниткой третьей, которая скручивает семью и не дает порваться. Господи, благослови весь этот день, весь этот праздник, чтобы мы могли быть под твоим благословением и также всегда быть поддержкой им, но не преткновением. Слава тебе, Господи, за то, что ты и их ведешь твоим путем, продолжая также до конца дней их жизни быть всегда с ними. Тебе за все хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Милосердный Господь, я очень благодарен тебе за то, что ты Бог мой, и я дитё твое, и ты некогда нашел меня в этом мире. Благодарю тебя, Господь, что ты даровал мне семью, детей. Я очень благодарен тебе за то, что они все твои, служат тебе. Славлю тебя, Господь, за то, что ты даровал вот я Артуру спутницу жизни. Я очень прошу тебя, благослови их путь. Ты знаешь, это их путь в совершенстве, и знаешь каждый из них шаг. Прошу тебя, благослови, чтобы они никогда не могли забыть о тебе, но чтобы больше и больше возрастали в тебе, чтобы Дух Твой Святой всегда на всяком месте пребывал с ними, потому что ты всегда рядом и хочешь, чтобы каждый, все мы имели общение с тобой. Благослови их в этом пути. Благослови и нас, дай нам мудрости, чтобы мы также могли и когда нужно имели поддержку, поддерживали их во всех ситуациях, помоги любить их и быть светом, чтобы они были также светом и для окружающих росли. Благослови, Господь. Будь за все прославлен, Отец, Святой. Аминь. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for that we were able to have a wedding, Lord. And I thank you for Arthur and his family, Lord. I thank you for gifting Arthur to me, Lord. I thank you for all the blessings you give me and never leaving my side. And I pray that you are the center of our marriage and that we walk with you throughout our whole marriage and never lose sight of you, Lord. And I pray that we can always be with you and that you bless our marriage and that we can be fruitful and serve you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Our Heavenly Father, I thank you so much for this wonderful day, for this time that I can stand here before you and worship you and serve you amongst my brother and sisters, and that I'm here with my best friend and my wife, and we can live for you, Lord. I pray that you help us always seek you and that you'd be between us in everything, in every situation, in every question, every problem, so that we'd always seek you and find help in you. Help me love in any circumstance, and so that I would give myself up and to serve you and to serve Abigail for the rest of our lives. Bless our family so that we are good parents in the future and that we can build a family serving you in everything that we do. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you for giving us, the church, this presentation today, this illustration that reminds us that the great feast of the Lamb and the church is coming. We rejoice with Arthur and Abby today because you brought their lives together, and you are a God who said it is not good for men to be alone, and therefore you brought their lives today together to show them your love. And we ask that you bless them. We ask that you give
Abby a gentle heart of a helper, a heart that is willing to submit to your will and willing to submit to the authority of her husband, Arthur. We ask that you give her the heart that is seeking your will in everything that they will experience in life together. Please give her the wisdom of Abigail. Give her the wisdom that is coming from you, from the Holy Spirit, that is pure, a wisdom that will be a blessing for their family. I also ask, and we as a church pray, that you give a heart and just give love to Arthur to be able to love Abby in such a way, just like you loved the church and gave yourself for her. God, please give wisdom to Arthur. Give courage to be a protector physically and spiritually. Please help him be the leader, a spiritual leader for the family that is guiding, that will be guiding his family to you, that will be guiding in scripture and spending time in prayer together. Help him spiritually grow. Help him in this. Jesus, we ask for your help because you are a God who's a good God, a God that blesses today. We also ask that you give them children in your time and also give them the heart and wisdom to raise them for your glory and for your kingdom. We don't know what life will have for them in the future, but we know that you are the one who knows. And today, as the church, we bless Arthur and we bless Abby, and we ask that you continue guiding them, continue helping them in their journey, especially from this beginning and throughout their whole life. We pray for all of this in Jesus' name. Amen. Can I have your hands? Yes. Jesus said in the Gospel of Matthew, "What God joined, let no man separate." And the church says, "Amen." And I present to you, it's an honor to present, to be the first to present, Mr. Karnyushin and Mrs. Karnyushin. You may kiss the bride. We can all be seated. The music will play. The guest and the family will join the wedding party once the newlyweds leave the sanctuary. They will be outside. You're welcome to join them. And the second part of our day will actually be the service, so we can have the music going. Blessings.
Будем еще петь общим пением. Христос мой, как Иисус, как ты дорог для меня. Не все, наверное, родственники. Что-то выходит людей больше, чем... Я даже таких родственников не знаю. Будем петь. Иисус, как ты дорог для меня. Написано, радуйтесь с радующимися. Это хорошая, правильная, святая радость, когда можем радоваться с теми, которые также радуются, создавая брак по воле Божией. Будем петь. Давайте стоя споем. Присаживайтесь, пение хора.
Дорогая церковь, я вас приветствую. Прекрасные слова. Поет хвалу и тот блажен, кто испытал святой обмен. Сегодня я хотел бы поговорить как раз о хвале. Хвале, которая рождается в нашем сердце. И я думаю, что каждый из нас или большая часть, кто здесь находится, мы уже испытали в своей жизни этот святой обмен. И в Библии очень много разных примеров хвалы, которую люди возносили Богу. Особенно если мы открываем псалмы, там, где Давид, другие псалмопевцы, они воздают Богу хвалу за разные причины, по разным причинам. И смотря на свою жизнь, я понимаю, что мое сердце наполняется благодарностью или какой-то молитвой, или песней, или хвалой Богу тоже по разным причинам. Иногда ты просто выезжаешь отдохнуть в горы или на природу, или какой-то отдых, и ты наблюдаешь Божью красоту, которую Он сотворил, и ты наслаждаешься тем, что ты видишь. И это хвала, которая угодна Богу, потому что Бог достоин этого. Мы можем иметь хорошее общение с братьями и сестрами, со своей семьей, возможно, провести какой-то вечер хороший и быть благодарным Богу за те встречи, которые Бог дает нам. И есть много-много других вещей, которые мы можем быть благодарны, например, пища, которую мы наслаждаемся здесь, или комфорт в жизни, который Бог нам посылает, исцеление от каких-то болезней, возможно, отвеченные молитвы и многое другое, которые ведут нас к хвале Богу, ведут наше сердце быть благодарным и не просто быть благодарным в тишине, но говорить Богу о нашей благодарности. И для меня, как для христианина, я думаю, для каждого из вас, мы понимаем, что лучшая хвала и то, что больше всего должно доставлять нам радость в нашей жизни, это то спасение, которое даровал нам Иисус Христос. Вот этот святой обмен, о котором спел сегодня хор. Я хочу сегодня посмотреть на одну песнь, которая записана в Писании. Это 2 Царств, 22 глава. Я буду читать с 1 стиха по 31 стих. Прежде я хочу сказать, что Давид в этой песне он описывает не спасение своего духа или своей души. Да, он не поет о спасении Божьем, которое мы можем сегодня петь, которое может нам приносить радость. Он поет эту песнь, говорит о Богу в тот день, когда Господь освободил его от всех врагов его. Да, и она так и начинается. И я просто хочу, чтобы мы посмотрели на эту песню, выбрали для себя какие-то уроки, вывели отсюда и научились чему-то, чему можем научиться у Давида. Представьте себе, да, Давид, мы знаем все хорошо его историю. Был пастухом, Господь избирает его, говорит, ты будешь царем, помазывает его пророк Самуил. И проходит длительное время, когда Давид, как бы уже царь помазанный, избранный Богом, он бегает от Саула, он сражается, он текает, у него есть возможности убить Саула. Потом, даже когда он становится уже в доме царя, происходят такие вещи, когда Саул хочет убить его, да, с его сыном у него происходят определенные отношения. То есть, посмотришь, и человек переживал очень-очень-очень серьезные проблемы, очень серьезный путь проходил, который он не выбирал. Его поставил на этот путь Господь. И приходит в его жизни, конечно, когда Саул умирает, когда он становится на царство, Давид показывает смирение, Давид показывает доверие Богу во всей своей жизни, много-много вещей. Мы видим, что по всей жизни Давиду приходилось очень много смиряться, очень много проявлять доверие Богу, смирение перед людьми, когда он бежал как царь, и когда люди поносили его, когда не давали ему помощи в нужное время для его и его воинов. Мы видим, как Господь, он смирял этого человека. И вот эта песня, которую он написал, кстати, интересно, что она находится между таким отрывком, где он говорит о сильных своих, о людях, которые были рядом с ним, люди, которые могли уничтожать по 800 человек, да, один человек из них мог убить такое количество. И тут идет перечисление в 21-й, 23-й главе дальше. Вот. И между этим всем стоит эта песнь, которую Давид воспел Господу. Я прочитаю с первого стиха. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, «Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего,
ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась, всколебала земля, дрогнули и подвигнулись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорелись угли огненные. Возгремел с небес Господь. И Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, и обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева Его. Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня. Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестив перед Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. И был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Аминь. Большой отрывок, очень красочный, очень эпично Давид рассказывает о том, что он видел в духовном мире, или то, что ему открыл Бог, или то, как он представлял эту войну, которую Бог вел за него во всей его жизни. И здесь, смотря на эту историю, я хотел бы, чтобы мы взяли для себя определенные уроки. И первое, то, что я вижу, чему здесь можно научиться, когда мы проходим какие-то испытания, когда мы находимся в каких-то сложных обстоятельствах, или наоборот, когда мы утешились, мы успокоились, в нашей жизни все хорошо, и мы оглядываемся на прошлое, что находится в моем сердце, что, как я оцениваю тот путь, через который я прошел, через который Бог провел меня. И мы видим, что в сердце Давида вот эта хвала, она была основана на Божьем спасении. Он видел, что во всей его жизни все, что происходило с ним, был Бог. Он говорит, что были трудности, были проблемы, но я воззвал к тебе, и ты спас меня. Это хороший урок для нас, для того, чтобы мы сегодня, находясь в разных обстоятельствах нашей жизни, мы могли видеть руку Божью в нашей жизни, могли видеть то, что Господь ведет нас своей рукой. Посмотрите, как он говорит. Я буду читать некоторые стихи. «Господь – твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой от бед, ты избавил меня». Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и он услышал из чертога своего. Давид очень хорошо понимал, что все его победы, все его успехи, которые есть в его жизни, они были плодом не его стараний, не его сильных воинов. Он не говорит о том, что вот моя победа, слава Богу, наконец-то то, что мне Бог обещал, я достиг, или слава Богу, у меня есть хорошие воины. Вот. Но он говорит, что во всем, во всей моей жизни, во всех этих трудностях был Бог. И очень часто нам, христианам, особенно когда мы живем в
хорошее время, когда мы, в нашей жизни есть какой-то комфорт, есть какой-то успех, есть достаток, когда мы успешны в бизнесе, в учебе, в работе, в служении. Есть такое искушение для того, чтобы воздать славу себе. Возможно, неприлюдно, но иметь в сердце такое отношение, что я чего-то достиг, я к чему-то стремился, я чего-то к чему-то дорос, да, будем так говорить. Но Давид, несмотря на свои сражения, несмотря на свои испытания, несмотря на то, сколько ему пришлось перейти и работать с своим характером, он говорит, что вся слава, она принадлежит Богу. Бог твердыня моя, Бог избавитель мой, Он спас меня, Он говорит, Он простер руку свою. Это все было от Бога, это все было из Его руки. Второе, что здесь говорит Написание, чему можно научиться, это то, что истинная хвала, истинное поклонение Богу, которое угодно Ему, оно осознает безнадежность своего положения. Первое, то, что оно основано на Божьем спасении, на Божьей руке в нашей жизни. И второе, то, что осознает безнадежность своего положения. Очень тяжело объяснить человеку смысл прихода Иисуса Христа, Его любовь, если человек не понимает своей греховности, не понимает того места, где он находится, той страшной ямы. Да? Давид говорит, извлек, избавил меня. Избавил, да, это слово, оно еще означает вынять, извлекать, вырывать. Поэтому Писание говорит, что тому, кому больше прощено, тот больше любит. Человек, который, ему Господь простил множество грехов, множество каких-то дел, которые он совершил, он понимает, откуда, из какой ямы Господь его извлек. В то же самое время для нас, христиан, даже людей, которые, возможно, выросли в христианских семьях, Писание нам ясно показывает, насколько наша греховная природа, она испорчена, какими мы были, какими мы могли бы стать без Иисуса Христа, без Его спасения. Титу 3 глава, 3 стих, апостол Павел нам напоминает и говорит, «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, значит, отвратительны, ненавидели друг друга». Мы знаем, что в своих посланиях апостол Павел очень часто напоминал людям, кто они были без Христа, без Его благодати, без Его любви. Он говорил прямо о себе, он говорил, что я изверг, то, что я занимался, я достоин был смерти, я не достоин был быть избранным апостолом Господа Иисуса Христа. И это нормально, когда мы вспоминаем и помним о том, из какой ямы, из какого рва Господь, из какого болота Господь извлек нас. Это хорошо напоминать себе. В те моменты, когда у нас все хорошо, когда в нашей жизни есть покой, когда есть радость, когда у нас есть какое-то благополучие, то, что происходило в нашей жизни, оно было по Его руке, по Его милости, и то, что наше положение без Иисуса Христа, без Бога, без нашего Спасителя, оно было безнадежным. И это нас смиряет. Писание, оно очень хорошо умеет смирять людей, гордых людей. И в то же самое время, потом, после того, как мы смиряемся, Господь, Он всегда может возносить нас и давать нам радость спасения. Третье, о чем здесь говорит это место, то, что истинная хвала, она ясно видит могущество Бога. Она ясно видит могущество, Его силу, Его власть. И я прочитаю с 8 по 16 текст еще раз. Это такие прекрасные слова, которые не часто встречаются в Писании. Написано так. «Потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвинулись основания небес, ибо разгневался на ней Господь, поднялся дым от гнева Его, из уст Его огонь поедающий, горящие угли сыпались от Него, наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его». И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорелись угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной, и от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева Его». Знаете, когда я читал это место, я по нему понял, что как беден мой язык, да? Когда я говорю о Боге, когда я, может быть, проповедую или просто молюсь Богу. И не каждый из нас может так красиво, так эпично, так
символично описать Божью красоту или Его сил, Его могущество. Эти сражения, которые видел Давид, происходили на духовном уровне или на физическом, когда Господь ступался за него. Не каждый из нас может воздать хвалу такими прекрасными словами, но каждый из нас способен видеть это могущество Божье в своей жизни и благодарить за него. Возможно, мы не имеем такого красноречия, такого дара говорить так красиво, но Господь, когда мы просим, Он нам открывает эту завесу, завесу духовного мира, когда мы видим, что происходит, как за нашу душу борется дьявол, да? Сколько побед было принесено в нашу жизнь именно силой Господа Иисуса Христа. И мы должны быть благодарными за это. Колоссянам 1 глава с 13 стиха я прочитаю. Апостол Павел пишет так. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, который мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Мы видим, как апостол Павел, он описывает личность Иисуса Христа. Он напоминает нам еще раз и еще раз о могуществе Бога. Он говорит о том, что это та личность, которая была до создания мира, что все было сотворено им и для него, что он есть начало создания мира. Он говорит, что это есть, что все для него создано, что он есть глава тела церкви, что он первенец. Мы можем смотреть на нашу жизнь, можем смотреть на наши победы, можем смотреть на наши поражения, мы можем смотреть на то, что происходит в нашей жизни, но мы всегда должны видеть Иисуса Христа, видеть Его могущественную руку, видеть Его личность. Это то, к чему призывает нас Писание. И Давид, он здесь тоже говорит, что не моими силами, не силами моего войска, не моей святостью, не моей праведностью я победил. Господь сделал эту победу. И он показывает, что победа и это счастье, этот покой пришел только от всемогущества Божьего. И последнее, о чем говорит здесь текст, о чем я хотел бы поговорить, остановиться на этом, это о том, что когда нам хорошо, когда нам в нашей жизни все правильно, все идет своим чередом, когда мы успокаиваемся от каких-то сражений, Господь призывает нас и напоминает нам о благословениях праведной жизни. И мы видим здесь, как осторожно Давид начинает эту тему. Она начинается с 21 стиха, и он говорит так. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестив пред Богом моим». И он дальше продолжает о том, что Господь, Он с милостивыми поступает милостиво, с чистыми чисто, с лукавыми по лукавству. В какой-то момент, да, этой песни он вспоминает о том, что он был праведен перед Богом, он смирял себя перед Богом, ходил в чистоте перед Богом. И по этой причине Господь также возвеличил его и дал ему все его благословения. И в тот же самый момент, посмотрите, как он аккуратно возвращается и говорит, «Ты, Господь, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». Вот эта истинная хвала, истинное поклонение Богу, оно всегда приводит человека к смирению, к сокрушению перед Богом. Даже когда наша жизнь, она достаточно правильна, даже когда мы живем правильно перед Богом. Давид, он показывает, что он ясно понимал, что Господь является тем светильником и тем, кто просвещает тьму, которая есть в сердце каждого человека. И Господь, Он просветил тьму Давида, Он может просвещать нашу тьму. Библия говорит, что Господь, Он просвещает тьму человека, тьму сердца человека. Возможно, сегодня в сердце твоем нет еще прощения, нет прощения грехов. Твои грехи не прощены, и эта тьма лежит. Тьма греха лежит в твоем сердце. Возможно, в твоем сердце тьма обид, непрощения, каких-то еще сложных моментов. Господь может просветить эту тьму. Писание это говорит, Библия это говорит, что Господь, Он просвещает всякую тьму. Господь может просвещать тьму всяких преград, сложных обстоятельств,
сложных отношений. Это Его сильная рука сегодня, она может производить эту работу в нас. Сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас он задумался о вот этих четырех принципах, которые мы можем взять из этой песни. Я прочитал не всю песню, да, она продолжается там. Но Давид, он учит нас через свою хвалу, которую он воздает Богу, чтобы наша хвала, наша благодарность, наше удовлетворение, наш покой, который есть в нашей жизни, наши мысли, они всегда нас вели к тому, что все из руки Господа пришло. Это Он провел нас таким путем, Он заботился о нас, Он посылал трудные обстоятельства, и Он посылал нам благодать свою, Он посылал нам свою милость, Он приносил в нашу жизнь покой и благословение. Также здесь мы можем научиться, что каждый из нас должен осознавать безнадежность своего положения без Христа. Потому что когда в нашей жизни все хорошо, когда мы наслаждаемся теми благами, которые дает нам Господь, очень часто есть возможность надеяться на себя и гордиться теми достижениями, которые есть в твоей жизни. И Писание нас призывает просто задать себе такие вопросы. Ценим ли мы спасение, которое нам дает Господь? Понимаем ли наше безнадежное положение без Христа? И очень важно, когда мы видим наше безнадежное положение без Христа, видеть Божье могущество, видеть Божью славу, видеть Божью силу, которая может спасать нас из любых обстоятельств. То, как видел это Давид, как он это описывал, прекрасный пример. Не каждый из нас может это видеть или говорить так, но Бог, Он наш такой, Он не изменился, Он могущественный. Он сражается за нас сегодня, сражается за твою душу, за мою душу. Он сражается в этой духовной борьбе, в духовной брани, которая невидима для нас. И есть уже те битвы, которые Господь победил. Он победил грех на кресте, Он победил грех там на Голгофе. И сегодня Он может даровать эту жизнь, даровать эту силу для победы и каждому из нас. И последний вопрос, который хотел бы задать. Стремишься ли ты, стремлюсь ли я к праведной жизни перед Богом? Когда мы имеем победы, когда мы имеем радость нашей жизни, когда мы видим могущество Божье, к чему это подталкивает тебя? Подталкивает ли тебя это идти дальше за Богом, служить Ему верно, искать помощь у Него и быть праведным перед Ним? Я хотел бы закончить одним куплетом из песни, которая мне очень нравится. Там есть такие слова. «Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. Пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище». Давайте поблагодарим Бога за Его спасение, за Его любовь, за то, что нам есть кому идти в наших трудных обстоятельствах. Или то, когда нам хорошо, нам есть кого благодарить. Мы знаем, откуда это все пришло. Мы знаем, кто постарался для нашего спасения, кто заработал нашу праведность, кто омыл наши грехи и кто дает нам вечную жизнь впереди. Будем молиться. Аминь. Господь наш Бог, мы славим Тебя за еще один день, когда мы можем находиться в Доме Твоем, в Церкви Твоей, Господь. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно неисчерпаемое, что мы можем находить множество уроков для нашей жизни, чтобы учиться, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты даруешь нам разные обстоятельства жизни, Господь. Ты даруешь нам время беспокойства, и Ты даешь нам время благодати, время покоя в нашей жизни, Господь, когда у нас все хорошо, Боже. Я прошу Тебя, чтобы Ты научил каждого из нас, как Ты и учил Давида, чтобы в нашем сердце всегда была хвала, которая была бы основана на Твоем спасении, Господь, чтобы мы всегда видели, что та радость, которая есть в нашей жизни, она пришла только от Тебя, Господь. Ты постарался, Ты сделал все для того, чтобы мы жили и имели благословение здесь, в этой физической жизни, Господь, земной. И также Ты позаботился о спасении, Господь, о нашей вечности. Мы славим Тебя за это, Господь. И славим Тебя за то, что Ты, Господь, показываешь, также напоминаешь нам иногда из Писания наше безнадежное положение, в котором мы находились без Тебя, Господь. Помоги нам это помнить, помоги нам не гордиться своими успехами, но знать, что без Тебя мы не можем ничего, Господь. И Ты сделал все для нашего спасения. Ты принес благодать свою через крест, через Голгофу, через страдания, Господь. Прошу Тебя, чтобы Ты приоткрывал наши глаза, и мы видели Тебя могущественным Богом, как видел это Давид. И он видел, как Ты сражался за него, Господь. Он видел, как Ты вступался за него. Он видел Твои
Твою славу, Твою красоту, Твое могущество, Господь. Мы хотим видеть это тоже в нашей жизни. Помоги, чтобы у нас было время наблюдать за тем, что Ты делаешь в нашей жизни, тем, что Ты делаешь в жизни Твоих детей, чтобы мы могли воздавать славу Тебе, чтобы мы могли также другим людям говорить о Твоем величии, Господь, чтобы в наше сердце, в наших разговорах, в наших мыслях мы были вознесены и были, прославляли имя Твое, Господь, Твою красоту, Твое могущество, Боже. Благодарю Тебя за то, что Ты также призываешь нас к праведной жизни, и мы можем приходить к Тебе, потому что Ты просвещаешь нашу тьму, Господь. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил нас каждого в нашей жизни, Господь. Мы слабые, немощные, Господь, мы смиряемся при Тобой, чтобы Ты даровал нам мудрость, Ты был всегда рядом с нами и помогал нам, Господь, искренне прославлять Тебя всей своей жизнью, не только нашими словами, но и нашими делами. Аминь. Также будем петь, участвуя в материальном служении. «Христос мой, как о Тебе молчать?» Thank you.
часто люблю повторять, старайтесь петь все, потому что это одно из то немногих, что мы можем нашим телом служить Богу, исполнять Его волю. Как много времени здесь на земле, когда вот мы точно знаем, что мы служим Богу, исполняется Его воля. И пение – это одно из таких моментов. Даже твой язык, твой рот, твое сердце, твоя душа. Когда мы прославляем Бога, это угодно Ему. Когда мы поем и там исповедуем то, во что мы поем. Хорошо, когда мы это делаем. Кому дано, пусть поет громче. Кому не дано, пусть поет тише. Это не страшно. Кто-то боится, что он вдруг испортит все. Не бойтесь. Для того общее пение и есть. Объявление еще у нас. В пятницу разбор Слова Божия. Мы продолжаем послание Ефесянам. Что еще? Пожалуйста. Приветствую, братья и сестры. Короткое объявление насчет, напоминаю, 24 марта. Это будет воскресенье в 5 вечера. Будет встреча с малыми группами. Малые группы. И также, кто хочет присоединиться, пожалуйста, приходите. Игорь Богданов, наш дорогой брат, он взял на себя ответственность, чтобы организовать с едой, с пищей, поэтому благодарность ему. Подходите к нему, говорите, что вы можете принести, чтобы он как-то мог скоординировать это. Или также вы можете сообщить это вашему руководителю малых групп. Также можно сказать, написать об этом, и тогда мы, Игорь Богданов поможет все это скоординировать. Спасибо, благословений. Помолимся. Господи Боже наш, Царь царей, Господь господствующих, Тебя не вмещают небеса небес. Благодарим Тебя за образы, которые Ты нам оставил. Мы также хотим быть этими живыми образами Твоей славы, Твоей силы. Ты искупил нас. Эту предстоящую неделю мы хотим прожить для Твоей славы. Благослови, Господи, чтобы это были не просто слова, но можно было и окружающим видеть, что мы дети Твои, мы народ Твой. Мы Тебе принадлежим, Господь. Благослови предстоящий также пир. Да прославится имя Твое в остатки этого дня, в остатки этой недели. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.